Привет всем. Это будет короткий видеоурок. У меня много раз спрашивали вопрос, как создать эффект, скажем, того же самого Circle, чтобы приборы шли симметрично в обратном направлении. Скажем, типа, что-то типа такого. Как это сделать на Валаськом пути, вот, на Титане? Сейчас я покажу, как это делать. Это процедура довольно-таки простая. Просто если вы знаете, куда смотреть, вы или просто повторите так же, как я сделал, у вас все это сразу же получится. Значит, что я сделал? Я сделал, у меня есть приборы All Pointy, то есть 10 приборов Pointy. Также я разделил на группы чет-нечет. И я, значит, хочу все четные приборы развернуть в обратном направлении. Значит, я выбираю приборы, поднимаю вверх, нажимаю Shapes и эффекты, генератор эффектов, создать и Circle. То есть они пошли, вот Circle делают приборы. Вот, значит, как мне, так, теперь я выбираю, скажем, Even, то есть это четные номера. И говорю им direction, направление, reverse. Сделал вот так. Значит, многие потом начинают спрашивать, а как сделать так, чтобы они синхронно двигались? Ведь они сейчас же не синхронно выглядят. Значит, что делаете следующим образом? Нажимаете, набираете 180 и выбираете последнюю опцию, называется phase offset. То есть мы даем ему offset именно на вот этот на вот эти четные номера на 180 градусов, то есть в обратном направлении. И после этого опять выбираем все наши приборы Pointy и даем сброс эффекту, чтобы он рестартанул сначала. Видите, сразу идеально получился эффект, и обе части у вас работают симметрично. Будут еще вопросы? Обращайтесь. Спасибо. Пока.